Сережа. Сергей. Ну, посмотри. Сейчас вот мгновение было, прикольно. Охуеть, вот двигается. Вот так и в прошлый раз убил. Хочу тебе сказать. Не, ну пока здесь встреча, вроде кажется, не так сложно. Да и здесь то же самое. Я вообще не помню, как я так где-то сделал, пиздец. Просто хуяк сделал. Тебя она выпнули. Можно и так сказать. Надо еще фот маленький, чтобы с наклоном был. Я еще думал, пиздец сейчас. Ладно. Прыгну там все такая хуйня. Такие чувачки. Сука, хочется наслаждение прям получить с этой хуйни, прикинь. Не ссать нихуя. Здесь реально просто прыгай. Кайф, чувак. Это микро уже зовет. Все, все долезли, давай. Все уже залезли, так. Понял ты. Блять, да ну нахуй. Я не прыгну. Чувак просто заряд. Подожди, опять не прыгай, то спидывай. Сука. Вот я вот служил, когда мы прыгали, что очень. Там вообще не думаешь. А здесь я лес смотрел. Чайчко. Первый раз, чувак? Ты покажи пример, ты думаешь. Сейчас вообще человек передумает. У меня сейчас как какашки. Такой, блядь. Чё за хуйня, сука, а? Заебало, нахуй. Я серьезно, ты всю очередь собрал. Да я уже заебался собирать. Все, начинается, сука, одно и то же. Блядь, хули тут шаг сделать, да ёб твою мать. Хуйня. Давай тебя подождем. Алло. Заебало, пиздец, сука. Да. Девка вообще молодец. А? Нас так не пустят на большой прыжок. Да нас никуда нахуй не пустят. Давай там постоим. Да ты отвись нахуй. Сейчас подождем, погорит. Хуй знает. Да хуй знает, это не я боюсь. Говорю, что-то внутри, знаешь, прям просто. Прижимает какая-то хуйня, все, не дает шаг сделать. Типа туда нельзя на них закупать, правильно? Куда? На них? Нет, я же вниз вижу, тут падаешь. Да нет. Ты же, блядь, не можешь уебать. Ты можешь туда вот в сторону прыгнуть? Убежаться и в ту сторону прыгнуть, чтобы тебе вот так вон дернуло туда. Можно. Ну и так дернуть тебя туда. Спина, мне кажется, здесь не очень удобно. Да ты загинаю там. Че, Леха? Все, погнали. Блядь, ну не так же резко, а? Ну, блядь, ты договоришь, как будто бы